Приветищи, мы в Субнатике! Продолжаем наше с тобой выживание и борьбу с болезнью. Значит, что мы сегодня сделаем? Мы сегодня отправимся на остров, который скрыт в тумане. Ну, мы уже там были. Помнишь, да, мы туда приплыли и сбили случайно... Ну, не мы сбили, инопланетная какая-то пушка сбила корабль. Солнечные зайчики, или как их там называли. Вот, мы на этот остров с тобой вернемся, но сперва у нас задача построить себе вот такую вот штуку. Смотри, Диана. Диана, вот. Водосточная станция, чтобы обеспечить себя бесконечной водой. Для этого нам необходимо сперва построить... Вот такие вот многоцелевые комнаты. Две штуки, одну на другую, как ты просил в комментариях. Сейчас мы попробуем соединить новую постройку с уже имеющимся модулем. Вот. Вот таким макаром. Строим. Готово. Теперь нам необходимо поставить еще одну такую же многоцелевую комнату наверх этой. Я, конечно, не знаю, это возможно или нет, но вроде где-то... Во, смотри, как она будет. Круто. Строим. Шикос. Итак, одна многоцелевая комната, именно нижняя, будет у нас для водосточной станции. Верхняя же будет для растительности. То есть мы сделаем грядку и будем выращивать там свое что-нибудь растительное. Итак, для того, чтобы получить доступ на второй этаж, нам нужно сделать лесенку. Сейчас мы ее соорудим. Вот тут вот. Готово. Доступ на второй этаж у нас появился. Знаешь, что меня больше сейчас напрягает? Потому что я, не подумав, начал строительство и забыл про свою смотровую площадку. Не переграждает ли? Нет, все отлично. Я могу продолжать наслаждаться своим видом. Правда, все равно будет немножечко торчать верхушка многоцелевой комнаты. Но не беда. Значит, теперь берем и ставим водосточную станцию. Поставим мы ее вот-вот-вот. Ой, здесь. Да, вот здесь вот поставим ее. Ух ты, какая она крутая, слушай. Воду качает, и кажется, мы можем уже теперь наполнять бутылки с водой. Серьезно? Давай попробуем. Черт подери! А, вот, смотри, процесс очистки. Вода 1%, соль 100%. Короче, ей нужно время, чтобы она выкачала, отфильтровала все это дело, и потом только бутылочки появятся. Должно быть 4 бутылочки. Все, я понял. Знаешь, что-то я подумал, что лестница в середине комнаты, это как-то, ну, совсем не круто. Сейчас мы ее с тобой разберем. И давай, наверное, перенесем ее вот сюда. Во, так намного круче. Больше места, больше пространства. Так, что-то у нас радио мигает. Послушаем, что нам там скажут. Радио, объект 11783. Уничтожен режим патрулирования. Опять сигнал НЛО поймали. Новые неучтенные цели, одна. Какие страшные звуки. Жутковато как-то. Ну, в общем, нам нужно с тобой взять сейчас куб. Вот этот вот ионный куб. Давай два возьмем. Также возьмем две скрижали на всякий пожарный. Отправляемся на остров. Кстати, да, я сделал нового мотылька и назвал его Шмель. И, соответственно, покрасил. Сделал еще два модуля на глубину погружения и на солнечную зарядку. К сожалению, я не знаю, где достать вот эту вот штуку, чтобы сделать систему периметральной защиты. Полианилин, напиши мне, пожалуйста, в комментариях, где его раздобыть, потому что я не в курсе, я еще не умею такое делать. Так что мне нужна твоя подсказочка. Залазим в наш шмель. Теперь это не мотылек, это шмель. И поплыли, поплыли. Кстати, крабик, он там внизу стоит. Удачно я здесь построил стыковочную станцию. Внизу у меня здесь типа место парковочки. И когда нужно, я пристыковываю сюда нужный аппарат в стыковочную базу. Все, в общем, поплыли. Ну, вот мы и прибыли. Паркуемся. Да, как-то неудачненько припарковался, но ладно. Ничего страшного. Значит, теперь нам необходимо пробраться внутрь вот этой огромной горы, где мы видели с тобой портал. Оо, потемки начались, достаем фонарик. О, наконец-то, кажется, пришел. А то блуждал в этой пещере капец сколько. Так, значит, куда здесь нужно вставить этот кубик? Вон сюда. Ага, вставить ионный куб. Воу! Ча-ча-да. Как он вибрирует, слушай-ка. Надо бы сканировать, да? Сейчас попробуем сканернуть. Подожди, не это. О, инопланетная арка. Вот, сканируем.
Предназначение данного сооружения не ясно. Возможны теории о назначении. Церемониальное или религиозное назначение, промышленное применение или развитая транспортная сеть. Оценка требуется дальнейшее изучение. Знаешь что? Я понимаю, что это портал, но вот если я в него войду, меня не расчленит, когда я через него пройду? Не разрежет меня? Ладно, короче, кто не рискует, тот не празднует, да? Пойдем посмотрим, что там. Воу-воу, что происходит? Эй, желеобразно какое. Ёшки-матрёшки, я в матрицу попал! Где Морфеус? Я Нео! Так, меня куда-то перенесло. Меня перенесло, портал работает. И мне кажется, знакомое место. Слушай, это еще один остров. Это тот остров, где мы встретили жилые модули других людей. По-моему, да. Во-во-во-во-во, выход. Ну да, вон она, задняя часть Авроры. И здесь наверху, где-то должны быть... Вон они, жилые модули, да. Здесь мы уже были. Ну, в принципе, я так и догадывался, что эти телепорты, они связаны друг с другом и перемещают нас между островками. Ладно, тогда попробуем вернуться обратно. Бу! Телепортнулись обратно. Так, слушай, если телепорт ведет туда, значит, там должна быть какая-то инопланетная штука в виде базы. Ну неспроста же туда телепорт сделали. Но я там все обшарил, я там ничего не видел, не нашел. Ай, еще одна загадка. Предлагаю тебе еще раз зайти внутрь инопланетной базы и посмотреть, не упустили ли мы чего-нибудь в прошлый раз. Вот и еще один портал на базе инопланетян. Но я все здесь вокруг обегал и не нашел места, куда вставить ионный куб. По идее, он должен... Вот эта вот штука должна вылезти, но она не вылазит почему-то. Видно, что квадрат тут рассеченный такой. И явно здесь что-то должно вылазить. Но оно не работает. Опачки, ты посмотри, еще один телепорт. Прямо на базе сверху, под водой стоит. А здесь тоже нет возможности поставить ионный куб. Вот это дела. Вот это не прикольно. Тоже не работает, я понял. Рановато нам пока сюда. Ну что ж, телепорт оказался неоткрытым. В нем было интересно побывать, попутешествовать через него, но, к сожалению, он привел нас к тому, что мы уже давно разведали. Тогда есть другой вариант. Отправиться за пределы лицевой части Авроры и посмотреть, нет ли там скрытого в тумане острова. Потому что я видел несколько комментариев, что якобы где-то вон там... За пределами носа Аврора есть еще один островок. Пришел, значит, на базу подкрепиться. Она обесточена. Ё-моё, водиться даже не сделать, не напиться. А чё у нас с водоочистной станцией? Чё, сделано нам что? А нифига не сделано, да как так-то? Капец. Короче, 31% она отфильтровала. И это прям вообще боль для меня. Ай, надо решить проблему со светом. В общем, все, что я могу сделать, это построить теплоэлектростанцию. А, черт, нифига я не могу, магнетита нету. Не знаю, где его достать. В общем, поплывем мы, значит, туда, за пределы носа Авроры, на крабе. Для начала мы его модернизируем. Все ингредиенты собраны, делаем руку-захват. А также я отобрал у нашего передящего ждуна несколько газовых фолликулов, поэтому мы можем сделать газовые торпеды целых 2 штуки. Ну что, Кайдзю, готов к апгрейду? Так, блин, неудобняк, здесь не получается залезть в модификации нашего краба, придется опуститься на дно. Вот так вылазим. Где наша улучшайка? Во, ништяк. Вставляем нашу руку захват вот сюда. Теперь нам нужно зарядить торпедную установку. Как нам это сделать? Торпедный отсек костюма краба. Во! Сюда мы вставляем наши газовые торпеды. Учитывая, что в торпедный тек можно затолкать побольше ракет, я сделал еще парочку. Вот так вот. И теперь мы можем отправляться. Значит, попробуем наш крюк. Вау, как Спайдермен! Главное не расшибиться в лепешку и об стенку. Ну-ка, давай попробуем прицепиться к обшивке Авроры, например, вон туда.
Воу, получилось! Только нас что-то как-то наверх-то ошибкой не тянет. Тяжеловатые мы, однако. Ясно. Забраться наверх не получится. Воу! Кстати, здесь где-то плавает жнец. Сейчас-то мы его торпедами зашвыряем, если он на нас нападет. Наконец-то мы можем в этой области спокойненько погулять, не боясь, что жнец нас захавает. Жнецуля, ты где? Выходи, папка пришел поиграть. Я, конечно, очкую немножечко, но все-таки не так, как в мотыльке. О, слышу, слышу, где тут плавает. Знаешь, что я еще забыл взять? Забыл взять энергоячейку. Если сядет батарейка, то мне настанет крензец. Все глубже и глубже и глубже спускаемся на днище мы. Что нас здесь ждет? О, жнецуль плавает, смотри-ка. Пойдем поднимемся повыше к нему. Не, конечно, вот эта рука-крюк, это нечто, она просто настолько полезна. Жнецуля, приветик, как дела? Я тебя так близко еще никогда не видел. Может, ракеты в него пульнут? Давай попробуем. Пупсик. Лови ракетку. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну не улетай ты так. Он увернулся, засранец. Получай, вратище. Да ну нафиг, он... Ракета, лети в него, ты куда? Смотри, она за ним летает и... Ой-ой-ой-ой-ой, что-то затрясло меня. Как-то капец. Короче, ракета за ним летает, но не успевает в него попасть. Ясно, короче. Подплыл так к нам конкретненько близко, посмотрел, типа, да ну их нафиг, и поплыл по своим делам. Засал моего краба. Ладно, пойдем тогда вон туда посмотрим, что там за обломки валяются. Раз мы тут можем спокойненько блуждать. О, смотри, сталкер зараженный. Весь зеленки. Опачки, здрасте, здрасте, мордасти, а ну отпусти меня, засранец. А ну, это, куда ты меня тащишь? Вот ты, блин, засранец, а? Подплылась подтечка. Лицом к лицу, face to face, не захотел. Обосранец. Так, мы пришли на поле вот этих вот светящихся кружков. Мы помним с тобой, что их можно есть, я как раз хочу кушать. Давай-ка быстренько поедим этот карликовый клубник куст. Оу, смотри-ка, кажется, там... Останки Авроры. Надо бы туда сплавать, только вот этот рыбёха мешает. Рыбёха, плыви своими делами. Не мешай мне. Молодец. Так. Какую-то штуку нашел. Фрагмент светодиодного фонаря. Вижу возможность пробраться. Ой, здесь вот пробоина. Сейчас мы через нее залезем. Чё мы здесь имеем? Ух ты. Так, какие-то штуки лежат. Что такое? Модификационная станция. Горшок для растений. Да. Гидролокатор циклоп нашел. Класс. Так, что нам там нужно для циклопа еще? Чертеж корпуса циклопа. Надо два чертежа корпуса найти циклопа, и тогда циклоп у меня будет готов. Я надеюсь на это. Учитывая, что жнец нас откинул непонятно в какую сторону, нужно нам теперь определить, куда нам плыть. А для этого нужно всплыть на поверхность. А на крабе это сделать, ну капец, как сложно. И походу наша экскурсия, точнее наша экспедиция закончится, да, не успехом. Мы спустились с тобой на глубину 341 метр. И здесь чертовски стремновато, здесь шумно. Очень шумно. Потряхивает так знатненько еще. О, еще глубже спуститься. Так, мы спускаемся еще глубже. Я не знаю, насколько. Мы просто падаем вниз. И это, кажется, мне была моя большая ошибка. Ой-ой-ой. Куда я падаю? Куда я падаю? Нет. Нет-нет-нет-нет, только не так глубоко. Ну, пожалуйста, ну зачем так далеко? О, все, хана. Ой, какие страшные звуки. Все. Капец мне. Я падаю глубоко, глубоко, глубоко. И нифига здесь не видно, что происходит. Я отсюда уже точно не вылезу. Все, это конец конецкий. Капец, там бы хоть бы преграду поставили, я не знаю. Ну ё-моё, краб сломал.
Хорошо, что я перед этим сохранился. Глубина 2000 метров. Мы все падаем. Падаем и падаем. О, смотри, какая здоровая штука плавает. Ух ты, нифига себе, я такую еще ни разу не видел. Дружище, подтащи меня наверх, пожалуйста. Офигеть, какой ты прозрачный. Че, все? Чувак, ты кто такой? Да я тебя отсканирую, пожалуйста, а? Да я... Ох, вас тут сколько много-то. Кстати, а куда краб у меня? А краб все, уже хана, улетел куда-то вниз, да? Вон он падает еще. А не, смотри, там все? Ой, страшно как, ой. Ой, капец. Ой, капец, как страшно. Мы ломаемся и падаем. Все, крабу хана. Я, естественно, отсюда не выплыву никогда. А можно как-то вас отсканировать, товарищи? Ой, он меня сожрал заживо. Здравствуй, милый дом. Милый-милый дом. Краба я просрал. Зато увидел прекрасных злых чудищ. Жалко, я, правда, их не отсканировал. Очень было любопытно, что это за твари. Света нет, как обычно. О, спасибо. Спасибо, да будет свет, как говорится. В общем, как я выяснил, я прошел, в принципе, в правильном направлении. Острова там никакого я не увидел. Возможно, я скосил и пришел не туда. Но я теперь знаю, что там конец карты. Он существует. Кстати, видел очень много комментариев о том, что нужно сделать воздушный... Вот этот вот воздушный насос. Сейчас мы его сделаем. Выходим на улицу. Ставим наш насосик вот сюда. Встаем на него. И теперь поднимаем. Ух ты, нифига себе, как здесь все видно-то. Вон, смотри, вон. Остров-то вон там, походу, да? Вон там вот остров. Нифига себе, как тут много всего видно-то было, а? Блин, я еще хочу полетать, круто! Спасибо тебе за эту штуку, за эту подсказочку. Теперь я все буду видеть. Так. Вон там, вон, да, вон там, вон точки. Вон там вот, скорее всего, остров, или нет? Они плывут, они ничего не закрывают, они просто плывут. Все, я понял. Смотри, что выяснил. Короче, если мы успеем взять небольшой разбег и подберем наш воздушный насос, мы сможем улететь не только вверх, но и вперед. Вот так вот. Ой, кажется, я не в ту сторону полетел. Ой, как не в ту сторону. Мне вон туда надо было. Блинский, куда я лечу? Что-то я очкую здесь быть-то. Ох, вот это нехорошо. Куда-то. Надо отсюда убираться. Очень быстро. Полетали, значит, так и хватит. Краба, как ты видишь, я восстановил. И на этой прекрасной ноте мы с тобой заканчиваем. Если честно, я чего-то заплутал. Я не вижу никакого продвижения по сюжетной линии. Так что от тебя требуется комментарий, что делать дальше. С тебя лайкос, комментос под видос. И подписчик, если ты еще не подписан. А на этом все. Покеда, увидимся в новом видео.